МК, не знаю, МК, мне кажется, не самый лучший вариант, но посмотрим, может какая-то заготовочка МК под темп, типа, возможно, ну, в общем, будем смотреть. Опять начинается у нас, это первая карта, ничего. Так, ну нападают на генерала, Ару-то залетела, ты посмотри, про генерала заговорили, забирают его, крылатый еще делают, сверсблат. Конечно, лучше было бы оставить для ДПшки, но все равно, кора тоже неплохо будет, 1-0. Пока просто не показалось. А сейчас покажется, кстати. Сейчас покажется, покажется. А пак близко очень. В итоге врываться можно. Полетела арба. Если что, крылата забирает. Крылат. Это 2-1. Угу. Там же происходит. А... Кто это? Генерал зашел? Да генерал, посмотри, он соло почти мылится, убил. Ну, не убил. И сейчас теперь остался без ПЛО практически он. Хотя пришел шторм. Смотри, дринков нажимает. Генерал тут немножко... Загулял, заигрался генерал, и бласт в него залетает. Похоронный дукалец таки снимает с него киллинг спри. Далеко, далеко зашел генерал. Дела быстро, быстренько разбегаются, трудно нагнать их. Так, а тут у нас агр залетает, тофу там поймали. Ой-ой-ой-ой, без виверны будет здесь пакчемп. Это очень трудно будет драться, там еще тофу не умер. Он еще и выжил, он поставил еще и корни, он живет до сих пор. Эйс нажимает сунгейса, справа забирает минус 2. Тофу в итоге, ребят, не добрали его. Это минус 3 от команды Hellbear Smashers. Погоня за крылатом, крылат. Арба до конца гейминг. Крылата поймали. И карапаси будет, и тоже его заберут. Минус 4. Очень кривая драка получилась. Очень ненужная драка для команды PogChamp. И вот просто проблема драфта в том, что нечем ловить. Акс, да, но ты должен подойти на определенную дистанцию, ворваться. Миран должен попасть. Дукалис, ну, все-таки... Тут телепорты нажимаются, неплохо. Вот это телепорт. Что это происходит? Ну, оба, Эйс увидели. Эйс увидели. Тут реакция моментально просто... Ну, Ару поймал с одной стороны, с другой стороны, пока трудно продолжить, здесь остается без маны, бежит, без тонгейза, или стоф у корни, замечательный дринкоил, ай, хорошо, как же хорошо врывается Hellbear Smashers на второй волне. Контратаки у нас забирают у нас Мелиса, поставили курсу на курса, ну ладно, положение неплохое, карапаси шикарные были от Гилгера, генерал до сих пор выживает, там добрали, кстати, пака еще. Так, ну, минус 2, не, ладно, ладно, нормально, минус 2 получилось сделать, уже что-то. Спасибо тебе большое за поддержку, но все остальное потом, потому что врывается у нас Мелис. Есть поляна, неплохо, напали на генерала, генерал больно, генерал пока живет. Дабл астрал степ, в итоге он просто спасается. И курса, курса хороший, кстати, получается, вот сейчас неплохо, но там ливень кармора, в итоге выживет, 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 выживет штормер. А Волкрилат не выживет, прыгает Мелис, похоронил он генерала. Но продолжается у нас игра, продолжается драка. Все равно карапаси хорошие, нужно Эйс убить. Эйс словил под хвост свой Ару, но живет. Все равно спрятают, сифончики захиливают, захиливают. Эйс маны мало остается и гонит. Посмотри, Эйса гонит, гонит, гонит Эйс. Карапаси нажимается, здесь что? Минус Дукалис, Дукалис забрали, Мелис залетает. Минус Мелис, Мелиса убивает. Эйс остается, остается не один, но остается без маны уж точно. Там что? Там ничего, 7-16, сейчас мы посмотрим файт рекапы, но 3 в 1 файт. Конечно, он в плюс будет. 4 в 1. Крапа думает или не думает? Давайте или не давайте? Ладно, драка начинается, Дукалис опять важную цель, очень важную, Виверну сбривает, прекрасно. А теперь можно на Эйса пойти, Эйса поймали, Эйс очень больно, в итоге смогут ли убить, забирают Эйс, смотри. Так и минус Тофу, подожди, еще же еще и Гилгера накроют под БКБшкой. Минус Гилгер почти сделали, кто-нибудь еще может хочет поставиться? Нет, все, так, классно. Это уже интереснее. Это уже намного интереснее. Так, ну что, опять Дукалис поставляется. И курсу просрал. И умер. Странно. Очень виверны трудно на этой карте. Очень трудно виверны. Слушай, он спровоцировал драку сейчас, которая, ну, не нужна была. Это просто минус 2. Это вот, ну, вообще ни к чему. Очень плохая виверна. А если сейчас проиграют, то они, они тысяч 5-6 будут проигрывать, потом уже. Ну, еще плюс 5-6 будут проигрывать. Если они проиграют сейчас драку, они проиграют, сторону потеряют. Так, ну курса, курса опять.
никуда просто. Курса в никуда. Ну ладно, продолжение хотя бы есть. Ладно, ладно, окей, извиняюсь. Продолжение есть какое-то после курсы. Топу нажимает корни. Эйс пока не кликает. Стон Гейс. До конца Игиса 7 секунд. Так, там что? Там спряток имеется Cold Embrace. Эйс побежал наваливать. Сразу Moonlight нажимается, но имеется, конечно. Светаки, вы слышали все характерные звуки. Это был конец Аегиса у Крылата. Вот и Крылат нужно быть осторожнее. Это минус уже 2 у нас. Медуза что делать уже? Вопрос. Нет, Мелис. Пока отходит. А Шторм, слушай, вообще гоняет. Знаешь, это... Гоняет, ой, нашли Крылата, ой, беда печали, что по ВБ-кам-то? Ну, БКБшка есть, БКБ нажимается, кастует с поляна, неплохо, Карапаси. Если Гилгера не убить, то будет провал, это провал, он еще и закопался, его не пробило, в итоге он живет до сих пор. Откидывается ИПМ, умирает Дукалис, опять не дав курсу, забирает Крылата, который с байбеком, можно выкупаться тоже ему там, Эйс бьет. Один Деспираты нам урона пока не хватает, потому что Сифончик работает минус Астрал, минус Мелис, это минус Деспираты, нет, не минус Деспираты, минус Рэмпэдж делает Штормштормера. Ну вот и пак, по которому, которого нечем контролить, бороться. Ну, GG это, наверное. А может нет, конечно, но я думаю, да. Не сдают, смотри, будет дефа до конца, что ли? Наверное, да. Ну хорошо, посмотрим. Сейчас они потеряют 200... все, я понял. Так, ДП тройка что ли будет или как? Подожди, что-то запутался я. Да, ДП тройка, ребят, ДП тройка. Здесь. Ну так, немного нестандартно пикают в плане тройк, то в ВСП, да, появился у нас, то сейчас появился. Появилась ДП. Нападает у нас на Тофу. Поехали, импетусы, но там бладрайт, слушай, там бладрайтик есть, хотя вроде урона хватает, должен быть ФБМ. Пытается молиться ставить, это зря, вот они играются, нужно забирать. Нужно забирать, и все-таки получается для МС ФБ оставить. Но мне эта команда очень импонировала, крепкий коллектив был. Нас нападают на Штормштормера. Здравствуйте, Штормштормер. В итоге Лагунка в Деспирата заезжает. И у него шифт же был, но он его не прожал. Да и даже если он прожал бы его, вряд ли бы он спасся здесь. Это минус пак. Не, ну я не верю. Я не верю, что уже Интернешнл возьмут. А если возьмут, наверное, мало кто верит. Я и в прошлом году не верил. Вообще, ну, не в прошлом, позапрошлом, получается, году. Не верил, что они возьмут. Но они взяли его. Крылат, а догорит ли? Догорит. Так еще генерал самое приятное, что выживет, скорее всего, или не выживет. Тычечка, нет. Гилгер, даже Смолкевич прожал. Мелис убивает на боте. А вот у нас Раптурка появилась. И волосы в центре. Но длинные достаточно были волосы у меня. Все время. Деспираты забирают у нас Мидо. Я что-то, короче, наверное, полгода назад мне в голову ебало, побриться на лысо хочу. Вот не знаю, почему захотелось. Рулин Тандер нажимается, есть убийство, но по Гилгеру точно его убьют. Подожди, точно, я говорю, убьют, не убьют. Астрал, что делаешь? Астрал, ты что, бессмертный? Астрал, 12 хп остается, его же видят, генерал-то быстро, это же ДП, тычка и все. Астрал бессмертный просто, там еще и Дукалиса забрали. Что происходит? Тут у нас нападает на Тофу подставился, минус Тофу, туча у нас забирает генерал, минус 2. Прекрасно. Пока что не хочу сглазить, но пока все, в принципе, неплохо идет. Но это не тир 100 турик, это тир 3 турик, короче, микс второго дивизиона европейского. Последнее время. Мало доты, вот последние 5 месяцев доты, ну, намного меньше стало. То я было слишком много, теперь слишком мало. На эйс нападают, эйс таверну, минус эйс, ставят супернова, Тофу забрали, минус Тофу. Ну а Егис выбили, эйс на БКБ еще развели, и супернова-то ее тормознула, но здесь подходит генерал, он без ультимейта, почему побоялись напасть? Побоялись, ладно, расходятся пацаны. Так, Мелис у нас нажимает, Рулин Тандер. Мелис. Есть хукшот, в итоге залетает Деспираты.
Ну и получил Мэлис Раптура, ребят. Он умер, все это минус хороший. Ой, поймали Пака. Как же неприятно. Если у него юлечка, какой-нибудь юлечка нет, у него он себе Экторин фармит чем-то. Ой, линзу, ну Экторин, да. Ой, как же они посыпались сейчас, ё-моё, как же хорошо было и посыпались. То есть они не заказки, они не нацистские. Сейчас у нас напали на Штормштормера, хорошее убийство может быть, но он нажимает БКБН, прожимается Хаун, полетит далековато, глубоковато крылат, то где Супернова ставится. Но если Эйс убит, будет хорошо, Супернова взрыв достанет или нет, достал взрыв, но боятся. И Супернова уже самое неприятное нету, в итоге Пак Чемпа пока... Пока что думают. В итоге это минус Деспирата. Забираю Деспирата у нас. Пошли на крылат. Крылат привязалась здесь. Крылат форстафается. Эйс за крылатом. В итоге он его увидит сейчас. По идее хороший юльчик. Сможет ли крылат уйти? Нет, не сможет. Его цепанули, ребята. Юлу есть в итоге минус. Крылат-то минус 3, к сожалению. Это 9000 преимущества. И сейчас Рошан появится через 8 секунд. Благодарю тебя. Ой, спасибо, Русик. Китайская команда обозреваешь, но когда хорошие матчи есть, и если нет крутой альтернативы, то да, обозреваю. Получается, да. Комментирую. Но они 21 числа начнут, через 2 дня начнут китайцы РЭ, там будет вроде OGD, если не ошибаюсь. Посмотрим обязательно эти матчи. Минус Мелис, ребят. Мелис забрили. Не оставаться, а прийти. Так, тут у нас БМчик прожимает, крылат нажимает БМ, форстафается. В итоге тут что у нас? Дукалиса зажали, он по суперной вроде бы стоит, там греется на рейдж, но красный очень БР смешерс. Ну подожди, минус 2 сделали, ладно, крылат выкупается, обратно в игру нажимает хаун, полетел, лупится. Крылат у нас, но драться ему не получается, там у нас штормеров выбили, смотрите, неплохо. Но кучу бэйбэков потратили и одни, и вторые. Опять Мелис. 5 раптура на Мелисе. Мелис, что делать? Я не знаю, что ему делать. Он просто умрет сейчас. Минус Мелис. Он... Байбек у него нету. Байбек у него... Денежки не хватает. В итоге эйс. Эйс пока горит и... все, это конец, по идее. Потому что байбека у скутера нету. И Астрал минус после байбека, кстати, тоже. И Дукали сейчас будет минус, по идее. Хотя, Деспирата ворвался, то убили ход Винка. А, там GG было написано. Все. Жалко, конечно, жалко, что... Хотя, начало-то было хорошее, ребят, очень хорошее.